Всем привет, с вами Нося. Сегодня мы возвращаемся на показ мод, чтобы понять, кто из нас лучшая модель. Но создавать образы мы будем не те, которые предлагает нам игра, а те, которые я буду писать своим подписчикам в телеграм-канале. Если вы хотите также принимать участие, то обязательно подписывайтесь на него, ссылочка есть в описании. Ну а первый образ у нас будет малыш в желтом. Не знаю, как можно это создать в Роблоксе, но я думаю, что это будет весело и интересно. Я, по крайней мере, попытаюсь. Хочу, чтобы я выиграла с этим образом. Сама придумала, сама сделала, сама выиграла. Секрет успеха. Нам сразу надо там, где тела. Давайте вот так вот поменяем цвет на желтый. Мы желтые, отлично. Надо телосложение еще изменить. Очень сильно нужно изменить телосложение, а потом давайте уже эмоции сделаем. Для начала, где там тело? Вон тело. Он лысый у нас, ему не нужна прическа. Вот это вообще отлично. Почему все не желтые? Ребята, бегайте желтыми. Он маленький, он очень маленький. Надо его таким каким-то маленьким сделать. Какое-то тело есть маленькое, вообще нет маленьких тел. Вот это вот единственное, пожалуй, маленькое. Похоже на ребенка. Как по мне, не особо. Вот это с рюкзачком бегает. Это выходит очень смешно. Так, что нам еще надо? Нам надо будет ему одежду. Давайте пока что лицо. С лицом разберемся. Надо ему какое-то зло сделать. Я вот думаю, сделать ему с большими глазами мило или с большими глазами злое. Если такое вообще здесь есть, то только накрашенный. Неинтересно. Для всех случаев должны быть эмоции. О, вот это он вверху справа похоже на малыша в желтом, на веселого. Вот это вот, кстати, на него тоже очень сильно похоже. Где тут вообще все женское, а мужчинам что? Вы не дадите никакого шанса? Нужно что-то криповое. Это подходит? Выглядит достаточно крипово. О, вот это мне больше нравится. Смотрите, оба. Ну он какой-то слишком милый получается. Ну ладно, давайте пусть он будет милый. Так, что нам еще надо? Повязок никаких у него нет, вообще ничего у него нет. Так, одежда, одежда, нужна очень сильно одежда. Где-то мужская одежда. Окрашивание волос не надо, аксессуары на шею тоже не хочу. Шапки, о, одежда для мальчиков. Так, у него желтенькая рубашечка. Как ее, где ее можно найти вообще? Мне кажется, здесь нету ничего такого. Как ему еще подгузники какие-то найти? О нет, о нет, о нет. Это вообще не создано для этого. Игра не создана для того, чтобы создавать малыша в желтом. Не, ну это логично, они же сами предлагают темы раундов. Блин, давайте вот это вот. Мне кажется, это в принципе похоже хоть чуть-чуть. Ну ему труселя какие-то надо, такие маленькие шортики. Может получится какие-нибудь найти. Не знаю, перекрасить их. Чисто белые, пожалуйста, дайте мне белые шортики. Такие короткие, маленькие. Нет, тут одни джинсы. Ребята, очень мало выбора. Прям гипер мало. Черт, что мне делать? Черт. Вот серые есть шортики. Но это не совсем шортики, не похожи. Они выглядят короткими, но на самом деле они не короткие. Это все рубашки. Отстой, просто отстой. Я просто ставлю огромный дизлайк за то, что так мало здесь вещей есть, которые подходят для других каких-то образов. А как же, если моя фантазия такая крутая, огромная, прям очень-очень крутая? Что мне делать тогда? Смотрите, ну ладно, будем в спортивных штанах, а это что? Тут вообще никакого образа нет. О, он будет голеньким, да, да! Попочкой будет светить. Так, теперь обувь нужна. Обувь, 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 нужно срочно найти. А где у нас мужская обувь вообще? Я ее потеряла. Ой, эффекты, давайте, а тут можно эффекты вообще какие-то применять? Я уже забыла, давайте вот этот огненный. Ага, покупать надо за 199. Нет, спасибо, пожалуй, не надо. Может ему сок какой-то взять? Малыш в желтом, с малышом в желтом. Хочу, господи, класс. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите, их двое. Их было двое, папа и сын. Что тут еще можно сделать, прикрепить? Так, сумочки, это все не надо. Эффекты, к сожалению, не могу, но это было бы так круто, если можно было бы эффекты добавить. Так, тут у нас тела, всякие морковки, что? Что? Морковки? Рюкзачок нам не нужен. Тут больше ничего интересного нет. Я его сделала, получается. Это было легко. Ему бы крылья подошли. Вот такие вот. Демон такой. Вот эти вот подошли бы ему. Очень сильно. Но я хочу обычного сделать. А, все, закончилось, закончилось. Ё-моё, ничего не успела. Ну ладно. Жалко, его в колясочку нельзя это поставить. Нью-Йорк Сити, Historic Street. Историческая улица. Поехали, я первая. Первый был Настянка. Ставьте мне все баллы, просто которые возможно. 10 баллов давайте. Ну, не 10 в прямом смысле. Сколько у вас тут человек вообще? Ставьте все мне по 5. Ват? В смысле ват? Это ребенок в желтом. О, 20 получила, отлично. Так, следующий чепка. О, мне нравится, слушайте, прикольно выглядит. Поставлю, ну, давайте даже четверочку. Потому что это реально человек в желтом. Так, а мне не нравится, что у него кожа бежевая. За это снижаю оценку. Тогда 3, хорошо. Но, в принципе, неплохо сделано. О, да ладно. Я тоже хотела такие крылья сделать. Слушайте, 5, ставлю 5. Мне очень нравится. Очень похоже то, что он такой странный, какой-то дурной еще с этими крыльями. Блин, очень круто. Я тоже хотела крылья сделать, но я сделала милую версию. Надо было его злобного сделать, такого жестокого. Добрый день, дамы и господа. Привет. О, ну неплохо, слушайте. Ну на малыша в желтом не похоже. Поставлю 2 только из-за глаз, потому что так страшненько выглядит очень. Следующее. Ой, что это? А у тебя вообще что-то не ребенок в желтом. Я тебе 1 оставлю. Не похоже. Какой-то павлин. Желтый-синий павлин. О, вау, это похоже на сыр. А почему кожа не желтая, ребята? Всем привет.
Привет, это Стас. Хочу задать вопрос Настюше. Почему у него желтая кожа? Где? Может быть, это? Может быть, это? Ну ладно, хорошего просмотра. Ладно, поставлю тоже троечку, неплохо. Больше всего мне с крылышками понравился образ, который был. Это реально, это огонь. Следующий. А ты можешь перевстать, пожалуйста? Ну, пока что на единичку. Вообще, как бы никак не похоже. По-моему, кто-то сделал модно и классно, как тут и есть. Видимо, некоторые люди не читают телеграм-каналы. Я Димон. Я прочитала, я демон. Но мне не нравится. Ты не сделала так, как я просила. Это не малыш в желтом. Я требую, чтобы победил малыш в желтом. Анна то тоже не сделала его, сделала какую-то фигню. Анна, что за фигня? Читайте телеграм. Итак, итоги, результаты. Я должна первое место занять. Мой малыш желтым лучший. Ладно, а кто первое место занял? Почему тот победил на втором месте, который у него только глаза кровавые? Я вообще не заняла никакое место, нечестно. Итак, следующий раунд, второй раунд. Это у нас будет Оди, или 11, из сериала «Очень странные дела». Ее сложно создать одновременно легко, и я думаю, это будет интересно, потому что я досмотрела «Очень странные дела» вчера. Я обожаю просто эту главную героиню. Это должно быть мега-мега круто. Я сделаю самую идеальную 11, которая только может быть. Лишь бы хватило одежды и всяких аксессуаров, которые там можно найти для того, чтобы создать 11. Сразу мужской отдел. Нужна мега-короткая прическа, мега-короткая. А вот это, кстати, подходит тоже. Ну, она не сильно короткая, но подходит. А есть вообще прям короткая-короткая, пожалуйста. Такая прям, как у 11 была, там, где ее постригли прям очень почти на лысо. По троечку, так сказать. О, слушайте, вот это мне кажется похоже. А, блин, это хвостик. Нет, тут же нет хвостика. Это вообще не то. Давайте вот это вот попробуем. О, ну хоть что-то мы попытались заглушить. В принципе, получится какая-то бабушка. Так, какой у нее цвет волос? Черный, может, попробуем? Да какой ты будешь менять, чувак, не черный? Давайте тоже на коричневый поменяю. У нее же коричневые волосы. Все, коричневый у нас готов. В принципе, выглядит неплохо. На Оди не сильно похоже, но хоть что-то. Платьишко, нужно платьишко. Одежда для девочек. Давайте. Нужно красивое платье ей подобрать. И сверху куртку. Где платье? Где платье? Помогите найти платье. Это юбки. Это вообще не то. Вообще не то. Где платье? Ё-моё. Это только верх и низ. Верх и низ. Ой, не. А Оди такая? В принципе, да. Она же маленькая, правильно. Ладно, взяла тело первое попавшееся. Так, нужно платье найти. Нужно ее одеть прям как нужно. Прям как в сериале было. Но тут нет даже приблизительно таких платьев. Тут можно удалять прически. Ремув. Так, и давайте вот это вот ремув. Все, у нас останется идеальная прическа. Теперь идем выбирать платье какое-нибудь. Давайте, юбка, низ какой-то нам нужен. Я хочу вот это вот. Мне кажется, очень мило и очень похоже. И верх нужно подобрать тоже такой, чтобы был похож. 135 секунд осталось, это очень мало. Мега мало. Где тут верх? Где можно найти верх? Хоть какой-нибудь, пожалуйста. Там серый, белый, черный, оранжевый, фиолетовый. Чтобы подходил, главное. Тут очень много теперь штанов вижу, а верх не вижу. Может, такой вот? Ну нет, отстойно выглядит, если честно. Кто-то одевается так же, как и я. О! А вот это неплохо. Только нужна еще какая-то накидка. Но тут и так есть накидка. Мне кажется, неплохо. Плохо выглядит, потому что тут нет никакой накидки такой, чтобы джинсовая была. Тело у нас есть, у нас, не перекрашено тело, ё-моё, аксессуары, какие-то аксессуары ей можно, я вообще не знаю, у нее есть аксессуары или нет. Давайте пистолет, может, ей добавим какой-то, чтобы она могла всех зарезать. Нет, подождите, она же маг, она не может этого сделать. Это ее там друзья могут с этим всем злом бороться таким образом, но не она. Надо срочно взять и сделать ей взгляд такой серьезный, убийственный. О, она плачет постоянно, может, такой ей подойдет. О, вот такой вот, как вам? Ой, ёшкин. Вот, так, подождите, редактировать маску, ремув. Во, вот такое вот злое выражение лица. Она же все-таки, когда руку вот так вот вытаскивает, она так злится из-под бровей, смотрит. Она злюка. Ну, тут больше нет злого ничего такого. Это самое злое, мне кажется. Чтобы с макияжем такое было, тут такого нет. Все, теперь перекрашивать тело. Бегом перекрашивать тело. Мы успеем, мы должны успеть. Какой у нее цвет кожи? Она прям такая, наверное, прям очень бледная, мне кажется. И в итоге у меня синяя кофточка, это не перекрасилась. Вот отстой, 10 секунд осталось. Просто жесть, какой отстой. Ну, хотя бы я перекрасилась. Уже хоть что-то. Я не успею изменить. Не успею. Вообще ничего не могу добавить, да? Блин, не успела. Так, у нас Гавайи. Какая-то красная дорожка. Поехали. Опять первая я. Да что такое? Ну, смотрите, у меня хорошо получилось. Если бы еще накидка была, но у меня накидка прозрачная. Но если посмотреть на тело, там, где Roblox, вот это вот обычное, там, где синяя вот это вот изначальное, то, в принципе, похоже. О, я еще получила 19 звездочек. Слушайте, неплохо. Кто-то сделал хорошо, но платьишко нет. Блин, ну тут либо накидка, либо платьишко. Что-то такое. Ну, я 2 поставлю. Они сделали и черную бошку. Надо было тоже черную сделать. Я сделала коричневую. Ну вот, у кого-то тоже коричневая. Вау, кто-то и накидку сделал, и платьишко сделал. Как ты это сделала вообще? Другой нема, Ярик, хуй.
Давайте на 2 тоже. Ну, мне не особо нравится, как получилось, но приблизительно похоже. Ой, это вообще единичка. Ты никак не похож. Никак ты не похож. Нет, не получилось у тебя. Ты не похож на Оди. Она не так выглядит. Это мальчик какой-то. Ну, это не похоже. Я не знаю. Я ценю этот образ на 1, потому что шапка тут вообще не нужна. В общем, никаких популярных образов, которые мы знаем от 11, здесь нет. Спасибо, похлопаем. О, ну это, слушайте, это неплохо. Тоже короткие волосы, да? Да встаньте вы с этих поз! О, мне нравится, на троечку поставлю. Мне лицо понравилось, выражение эмоций. Такое, неплохо. Реально Оди, которая плачет постоянно. От сердца и почек дарю вам цветочек. Спасибо, спасибо. Пришел такой с этими цветочком. Вау, какой-то школьник. Класс, тоже 3 поставлю. Не, ладно, 4 даже, мне нравится. С рюкзачком еще. Образ прикольный. Прям такой маленький, как она в начале сериала. Реала, прям очень мило. Мне кажется, этот образ займет первое место. Нет, это не то. Это не то, что ты должна была сделать. Да ладно, я первое место заняла. Как? Я не верю своим глазам. Как? Я не могла первое место занять. Ну, спасибо, ребят, спасибо большое. Спасибо, что вам понравился мой образ. Хоть и не он не такой удачный, конечно. Итак, 3-й раунд. Сейчас мы будем создавать с ребятами Шрека. Но я думаю, что у нас получится хоть что-то сделать. Сколько у нас тут новых моделей, обалдеть, и бывалые модели. Здесь все ребята играют на одном уровне вместе со мной. Поехали, игра начинается через 3, 2, 1, поехали. Так, зеленый, сразу в зеленый перекрашиваться. В зеленый, в зеленый, в зеленый. Тема для этого раунда — жизнь в деревне. В принципе, подходит. Шрек тоже жил в такой своей маленькой деревушке. Перекрашиваемся в зеленый, погнали. И надо сделать Шрека максимально... Блин, Халк какой-то получился. Надо сделать Шрека максимально таким, знаете, каким-то огромным. Какой тут есть самое огромное тело? Он такой мускулистый, большой. Выражение лица надо им какое-то придумать. Без косметики, естественно. Что-то на... У нас Шрек добрый, он всегда добрый. Вот такой вот, мне кажется, ему надо сделать. Ой, это не то, подождите, маску, ремув. Это не то я хотела сделать, вот так вот. Оба, а почему все равно маска надевается? О, во, во, мне кажется, неплохо. А что, не веселым же его просто делать? Так неинтересно. Так, теперь идем, куда тело изменять? Срочно тело изменять, где там? Вон, пакеты тел, вижу, 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 вижу. Шрек лысый, причесок ему вообще не надо. Какие все ходят странные, зеленые. Так, есть вот такой вот большой и вот такой. Чем они отличаются? А, потому что там есть талия, а там нету. О, гигантский просто. Если бы качок был какой-то гигантский, было бы еще лучше. Идем его одевать. Одевать мужская одежда. Это одежда для девочек, это не то. Шарфики всякие, шапки. Вот одежда для мальчиков, одежда для мальчиков. Так, ему надо... О, ну это в принципе похоже, но не совсем. Ну ладно, сейчас я еще посмотрю. Если не будет ничего лучше, то тогда то использую. Вот это я переживаю, волнуюсь конкретно, конечно. О, опять эта кофта, что? Почему она в который раз здесь? У него жилет. Есть. Опять эта кофта, да что за бред? Ладно, мне кажется, все-таки она меня преследует, надо ее надеть. Вот так вот. Выглядит неплохо. Может, какую-то рубашку под низ еще, не знаю, белую. Так, ему надо какие-то шорты или штанишки. Давайте вот такие вот, самые обычные, можно? Мне кажется, подходит, выглядит неплохо. Что-то еще обувь нужна. А, не, у нас есть обувь, отлично, у нас есть обувь. Давайте вот эту вот футболочку под низ наденем. А, нельзя. Давайте футболочку, ладно. Все, у нас есть футболочка, есть штанишки. В принципе, выглядит даже неплохо. Тут потертости всяких нет, как у Шрека, но ладно. Мы попытались сделать хоть что-то более-менее адекватное. Что у него еще есть, я не знаю. Крылья может ему какие-то взять, еще что-то, не знаю, невероятное. Шапки, шапки не нужны. Все бегают такие халки. Обалдеть, ребята, ну вы даете, конечно. Так, не буду пока что на них смотреть. Аксессуары на шею. Мне кажется, не нужно. Но я бы хотела ему типа в руку какой-то топор, я не знаю, меч, еще что-нибудь. Это же Шрек, в конце концов. Ему нужно что-то такое тяжеленькое в руку добавить. Пончики ему точно не пойдет. Что-то еще, какая-то сумка, бинокль. О, еще вот такие вот более крутые. Вау, преобразился просто. Будет подглядывать за всеми. Так, по-моему, я успела его сделать до конца уже. Да, мне кажется, я его уже успела сделать прям реально до конца. Рюкзак тут вообще ничего больше не нужно. У меня больше нет, собственно, выбора. Тут слишком маленький выбор. Я его сделала максимально, как только могла, если честно. Больше мне здесь нечего добавить. Кто-то ему зеленую прическу еще сделал. Все, время вышло. Мне кажется, у меня нормально получилось. На Шрека в принципе похоже. Шрек сейчас во Франции будет находиться, в Париже. Опять я первая, вау. Ну ладно, я не против. Опять я открываю показ мод. Ребята, голосуйте, если вам нравится Шрек. Он такой у меня гигантский, такой большой, такой зеленый, как Халк. О, хорошо. А, 100 звезд получила. Я могу себе сейчас в магазине получить какую-то награду. Я не посмотрела на девочку, мне не нравится, что у нее длинные волосы. Я поставлю 1, прости, пожалуйста. А почему у него корона? Почему у него волосы? Почему он вообще весь зеленый?
зеленый. Трава какая-то. Ладно, поставлю 2. Но у меня более похоже на Шрека. На того самого Шрека, которого вы запомнили все. Я Шрек, который уехал в отпуск, а со мной осел, который превратился в кота. Только за такую смешную идею поставлю 2. Выглядит смешно. Это у нас кто? Ой, а почему он женщина? Я не успела, но я не воняю. Поставлю тебе 3. Мне нравится, это смешно. Выглядит смешно. Такой тоже гигантский Шрек, такой большой, как и у меня был. Воу, это что за... Господи, это на Гринча похоже больше. Если бы еще волосы... Не, корону, если бы другого цвета сделать, точно Гринч какой-то. Давайте на 3 тоже поставлю. Мне нравится, неплохо. Следующий, Маша, алло. Оу, Маша, Маша, а с кем ты бороться будешь? С таким-то хвостом. Настя, твоя родная какашка, я Наруто, что? Поставлю 2. Только за то, что реально у Шрека есть оружие. Это единственный Шрек, у которого есть оружие. Он сильный, зачем ему вообще нужно оружие? Я не успела кожу взять. По-моему, ты вообще ничего не успела сделать. Вот результаты, я выиграла, да? Выиграла. Я выиграла первое место! Как-то не сильно позитивно, давайте еще раз. Я выиграла первое место! Спасибо, ребята, благодарю вас, благодарю, благодарю, мне очень приятно. Следующая тема раунда, мы будем с вами делать Настянку! Создаем Настю, сейчас все будут создавать Настю. Все, раунд начался. Страшная тема для этого раунда, страшная. Вы вообще обалдели, страшная. Мы создаем Настянку. Какое у меня телосложение? Мне кажется, вот какое-то вот такое. В принципе, похоже на меня, мне кажется. Так, что там у меня по цвету кожи? Ладно, цвет кожи потом, давайте сделаем одежду для девочек. Нет, прическа сначала нужна. Прическа, прическа, прическа. Какие у меня волосы? Красивые у меня волосы, если честно. Очень красивые, мне нравится. Лично меня все устраивает. Вот такие волосы у меня, мне кажется. Но не такие длинные, конечно, но все же неплохо. Так, и покрасим их в какой? В коричневый, может быть. Так, волосы у меня коричневые. Ну, точно не рыжие. Нет, у меня коричневые. Все, коричневый так и оставлю. Интересно, кто победит, как я сделаю себя. Какой у меня цвет кожи? Мне кажется, у меня супер-супер бледный. Вот такой вот какой-то. Да, похоже же, мне кажется, да. Не, не-не-не-не-не, вот этот, точно вот этот. Во! Теперь точно на меня похоже, еще такая в глянце. Че тут? А лица макияж. Отлично. Сейчас будем выбирать мой макияж. Мне надо какой-то такой миленький взять. Такой макияж, который мне прям подойдет. Вон синий есть, но я не делаю такой синий. Но он подходит. Давайте пока что вообще возьмем его. Но потом, возможно, я передумаю еще. Тут есть вообще хоть что-то красивенькое, что я могла бы сделать? Нет, мне кажется, тут такого нету. Тут все макияжи, которые я не делала. Ну ладно, я оставлю синий. Синий выглядит хорошо. Все же любят мой синий макияж, правильно? Или можно вот такой вот сделать. Но я не так мило выгляжу, конечно. Ну ладно, давайте такую милашку оставим. Милашка-какашка. Так, волосы у нас есть для девочек. Одежда для девочек. Так, в чем я люблю ходить? Я люблю ходить... Без понятия. Надо отдельно верх выбрать, отдельно низ выбрать. Так, платьишки я точно не ношу. Я ношу шорты обычно, белые. Но тут не будет белых шорт. Поэтому, не знаю, джинсы можно какие-нибудь взять. Вот эти, в принципе, подходят. Оу, какая я выгляжу очень по-странному, непривычно. Так, джинсы есть. И кофточка. Помогите, кофта! Мне нужна кофта. Так, что тут, кроссовки? Давайте вот такие вот. А где кроссовки? Вот кроссовки есть, такие большие. Выберем большие кроссовки. Я не могу их надеть. Не, надела. Нормально, есть кроссовки, есть кроссовки белые. У меня тоже белые, отлично, сошлись по вкусу. Так, что там за штаны еще какие-то были? О, у меня тоже такие штаны есть. Ну ладно, я оставлю вот эти потертые, которые у меня есть. Они мне больше нравятся. Кофта, нужна какая-нибудь милая кофточка. Давайте что-нибудь розовое, не знаю, давайте. Вот это вот может быть. Что, подошло? Ой, я голая наполовину. Наполовину голая, мама. Мам, прости, я не хотела. Может мне поменять что-нибудь в этой жизни? Не знаю, штаны, например. Давайте штаны быстренько изменим. Просто очень-очень-очень-очень-очень быстро. Где еще джинсы какие-то есть? Вот джинсы есть. Блин, все равно. Ладно, хорошо, выглядит все равно неплохо. Типа я в топике хожу. Я и сейчас в топике на самом деле. Так, может мне панамку какую-нибудь? Но я не ношу панамки, я у Стаса только тырю. Очки какие-нибудь интересные. Заколочки может есть. Ну вот это вот похоже на заколочки, в принципе. Я из себя слишком милашку какую-то сделала. Очки тут нет таких, которые мне нравятся. Ладно, уже хорошо, хоть что-то получилось у нас. Блин, можно было бы вот этот блеск и сияние сделать. О, какая красота, типа эффект. Что мы еще можем сделать? Аксессуары, может, какие-нибудь? Что там, спрей загар, аксессуары на шею? Аксессуары на шею, мне кажется, нужны. Рюкзак не нужен, я не хожу с рюкзаком. А-а-а, ничего не успеваю, ничего не успеваю. Аксессуары на шею. Поехали, хоть что-то, давайте, хоть что-то. Но это, наверное, все мужское, это безделушки какие-то. Сумочки тоже не ношу. Что я вообще ношу? Тут телефона нет случайно, можно телефон взять? Все, я не успела, 3, 2, 1. Все закончилось, время вышло. Давайте посмотрим на меня, которая сейчас будет опять в Париже, в Франции. Сейчас будет интересно, мне очень интересно. Кто открывает показ мод? Настянка, естественно, да? Да, Настянка.
Ну-ка. Это типа заколочки на голове. Но мне кажется, на меня похоже. Ну, чуть-чуть точно. Давайте посмотрим, что Светка Роблокс сделала. Ой, а почему я седая, Свет? Настя, я знаю, что ты любишь фиолетовый. Люблю. А, вот так. Ну, ладно. Хорошо, давайте на три. На три оценим. Получилось неплохо. Мне интересно, кто в итоге выиграет. Кто лучше всего меня изобразит. Так, пантера какая-то сейчас будет. Ну, блин, это на меня не похоже. Прям вообще. Ну, ладно, только волосами, может, чуть-чуть из-за волос поставлю два. То, как я одеваюсь, обычно не подходит. О, кто-то меня как украиночку сделал. Как это мило. Еще и с котиком у меня тоже белая кошка. Это пельмешка рядом со мной. Поставлю три. Ладно, давайте четыре. На четыре точно классно. Молодец, так держать. Ой, я конечно, хочу Ности Роблокса. Я, конечно, хочу фиолетовые волосы и в жизни, но ладно. Ности из Роблокса вышло хорошо. Молодцы, покреативили. Три поставлю. В принципе, похоже. Нет, ну давайте на два, потому что не похож на ряд. Так, ну тут Ности вообще ничем не пахнет. Я поставлю единичку, пожалуй. Я так вообще не хожу и не одеваюсь. И волосы у меня не черные, в конце концов. Ой, кто-то меня таким бейбиком сделал, таким маленьким. Как мило получилось. Я тоже сейчас в розовом наряде, как и здесь. Давайте я поставлю 4. Это очень мило получилось. Говорит, я Наруто, я это скрывала. Воу, розовые волосы. Или ты хотела сделать фиолетовый? Настя, я знаю, что ты любишь фиолетовый. Ты топ, наверное, фиолетовый написали. Давайте 3. Но мне не нравится то, что волосы просто розовые. Не очень выглядит. Давайте 2 поставлю, ладно. Прости, прости, пожалуйста. Без юбки. Ты голая, прости, я тебе поставлю 1. У меня же не рыжие волосы, у меня не красные волосы. Я вон такая вот коричневая, типа русая. Ну не рыжая. Я без юбки. Голая. Настя голая в Роблоксе. Шок. Я на первом месте. Да как? С каким отрывом? И третья, которая мне понравилась, она заняла 3 место. Обалдеть, ребята. Вы, конечно, даете. Вы очень жесткие, но очень мило сделали меня. Посмотрите, как это красиво получилось. Ставьте обязательно свои большие пальчики вверх под этим видео, если вы хотите видеть еще Роблокс на канале. Обязательно оставляйте свой комментарий. Пишите, понравилось ли вам это видео. В описании еще есть ссылочки на мои соцсети. Можете туда подписаться. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.